который послан Андресом Иньеста. Но Иньеста делает второй заход на цель, врывается в штрафную площадь, выдерживает очередную паузу и все-таки выводит на решающий удар Давида Сильву. 1-0 на 85-й минуте. Сборная Испании все-таки уговорит. Ситуативный пас. Вот он ни на секунду не выключается. Вот посмотрите, как он сейчас подхватил этот мяч. Все решило внимание. Внимание. Иньеста первым ринулся. Игрок, который повернулся к мячу спиной. В этом случае, конечно, игрок китайский. Его просто прозевал. А потом не стал догонять, потому что это бесполезно. Другой игрок